Анонс и дата выхода 7 и 8 серии нового сериала «Мосгаз. Новое дело майора Черка». 7 и 8 серия сериала «Формула мести» выйдут на Первом канале 24 октября. В 7 серии мы увидим, как Аглая требует от Качерина оставить ее в покое и угрожает ему, что выдаст майору Черкасову сведения о его связи с производством наркотиков. В тот же вечер и Качерина, и Аглаю насмерть сбивает машина. Калашников пытается уехать, понимая, что его разыскивает милиция. Рюхин устанавливает слежку за Стасом. Нанятый им фотограф делает совместное фото Стаса и Черкасова. Из-за неосторожности Стасу грозит большая опасность. Бузырев срочно вызывает Стаса на работу. Стасу не удается предупредить Черкасова, что все пошло не так. Стаса увозят из города и вкалывают ему смертельную дозу. В 8 серии мы увидим, как между Бузыревым и Рюхиным происходит конфликт. Черкасов догадывается, кто главный организатор преступлений, и начинает смертельно опасную операцию по его задержанию. Напомним, 7 и 8 серия сериала «Формула мести» выйдут на Первом канале 24 октября. Ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.